Там трое авиаторов наверняка будут отжимать сейчас точку опять вертухами. Да, дельту надо сейчас забирать. На все деньги. Вертов взял. Капусту не забыл? Это хреновые верты. И хлеба купи, и Адвокат мусор взял. вынеси. Или мне на гольф поставить СОшку? Или кто, или где? Давай, Екин. Или тут. Так ощущение, что Александр на машинке печатает на это. Так вот, типа. Мы можем подумать, мы слышали и видели машинки, блядь. У меня дома даже была такая, блядь. У тебя, может быть, и была, а вот этот точно не видел. Вообще больше на ДКМ-ку, вот это. Больше на ДКМ-ку, похоже. Ты не даже работал, Александр. Ты работал? Я даже зарабатывал, в отличие от тебя, судя по всему. Да. И много что заработал. Мне хватает. На еду? Ядро. Это заслон налево. Это, наверное, на выезд с моста. Да, это на выезд. Выезд с моста, кот, сейчас тебя будут опять пиздить. Yeah. А не с того моста. Они вертораж ловят. Оптимисты думают, куда доедем. А вот справа... Находится право. Да, а вот справа там тоже выезд с моста, где вертолеты прилетели. Че, ты не понял, хрен ли они накупили, набрали столько авиаторов и ничего не делают ими. Вон те. Ну это же говно. Ну так вон оно, этот, справа. Едут по земле. Ну не, вон, кулы и все там летает. Там, да, по 300 копеек. Я вижу, там машинки. Потому что они... Что правее? Там летающие машинки. Ну, то, что правее, не важно. Главное дельту взять. Ну, как-то не важно. Летающие машины... Потому что это танками отбивается. Кто? Батя, они слева пытались еще облить. Ой, нахер. А вот и это. Мы идем за красных. Ха-ха-ха-ха.
Бобры налево массово, это просто скриншот надо делать. Зельте, тигра убирайте. Ой, я им на бравицу вашку убил. Вот незадача. Путин, Путин, уводи вертушки. Да я разряжать полечу. Пацаны, у нас реальные шансы просто сходу взять сейчас. Кот, зачем тебе это? Блять, потеря гусениц. Кот, тебе эти кельтики там не нужны. Не-не-не. Убери их на базу. Если не мешайте, коту мурлыкать. Да он промурлыкал уже один матч весь своими вертухами, как и учиться. Я тут танки ищу. Танки с гусеницами. Дай сметаны. Спасибо, кто там марту пыль. Там еще пехоту только надо заводить на дельту. Такая хер есть в этой игре. Пинк, а твоих чуматов потенциально будут насиловать через пару минут. Танчики убили и кот. На Анне там 4 или 6 антиэров, 2 бука. И 4 чего-то еще не помню уже. Блядь. Был же на прицеле. Блять, не вижу модерна, сука. Ча посветит, не подводим. Путин там по ухе. Ну стреляй, блядь, уже, ё-моё, рот. Хорошо, блядь, с закруткой, блядь, какой-то. Ублюдок, мать его. Мать его, тахта. Всем добро еще раз. Да, на этих словах. Всем добра. Всем бобра, блядь. Да, бобер вечен. Рандом настолько суров, что посылают на убой юнит уже. Какая-то неинтересная игра получилась. Ну, а потому что мы обычно так сливаем, а тут... Они. Как компании прошлись? За 7 минут. А мы идем... на это зашли. Нам понадобилось 7 минут. Я и говорю, за 7 минут. Рекорд у нас 5 минут был. Радар выключает, судя по всему. Кто-то слишком много говорит, мне кажется. Александр, согласен. Ты же, я бы сказал, пиздит. Не знаю, конт. Не потому ты стреляешь, он 27-ку слева. Много кто где?
52-е, блядь. Ну, вот здесь СВ-шечка одна. Господа артиллеристы. Все, нету там СВ-шечки. И вот здесь вот УАЗик. Ох! Посвятите модерну, ешкин кот, не улетай в сторону. Просто, А у меня он этот подлетел. Во, есть. И, блядь, фолк захватил. И сейчас заправимся и просто... Молодец, обалдеть, блядь. А ты просто как бы не прав. А я как бы прорашивал, а ты заехал. Да, ты как бы... Сказал бы я тебе, что ты сделал, я думаю, мы и так все видим. А я думаю, именно так. Ну, это твоя. А, это твоя карта. Модерна. Угу, 28 РПС готовится встречать. Ты меня подловил. Ебать, он меня убить даже не смог. УАЗик заехал на базу. Хи-хи. От фоба питается. Расхер... А, это танк у нас. Да, перемедлится вышки. Сколько? 10 минут. 10 минут 4 секунды.